What? Father's Day! Father's Day! Father's Day! Oh. Wait, that's today? Не забудь, завтра будет Father Day. Май не вновь с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией на очень необычный мультфильм, который называется «Сатина», первый эпизод «Приведи демона на работу». Это анимация, мультфильм от очень небольшого анимационного канала, поэтому я думаю, если вам понравится, то обязательно поддержите парня, девушку, я не знаю, кто это точно рисовал, не буду врать, ссылка есть в описании на оригинал, давайте смотреть. Мне вы его кидали, поэтому спасибо за совет, посмотрим, годно или негодно. О, прикольно, блин, напоминает мне какой-то, похоже, заставки в каком-то мультфильме были, не помню в каком. Субтитры, простите, русские субтитры, все, да. Ой, мне так нравится анимация, какая она яркая, приятная глазу. Апартамент Red Sheet. Ух ты. Это чисто я, когда спать ложусь. Понимаете, вот до сброса на все нормально, это вот идентично. Зачем работать, если я могу пить? 3 часа? Что творится? Братоват? Хорошие апартаменты, классные. Что за... Кто эту бумагу забирает? Это так-то сейчас самый важный артефакт. Ого! Дэйв! Hey, Lucia. Привет, Люция! О, чуть только ребенка отхаркнуло, ничего себе. Так вот как дети появляются. Don't привет, папочка. Me, forgot what day it is. Father's Day! Father's Day! Father's Day! Oh. Wait, that's today? Не забудь, завтра будет Father's yes, Day. Yes, that's today. I know I shouldn't день expect бати. Too much from your pathetic human brain, but still. Eggs. Yes. No, yeah, totally didn't forget. Good responsible dad over here. Dave, don't screw this up. Oh, hey, could you, not portal in the house? The neighbors complain about the demonic noises. Hey, sweetie. Happy Father's Day! Какая миленькая, господи, самый милый демон. Daddy, I got you a present. О, подарок. Кружка. Папа. That's accurate. So what are we gonna do on our special day? Are we gonna go to the park? Парк, я хочу мороженка. Мороженка, она живет в аду. Она для нее не опасна вообще. Daddy has to go to work today. We've been having server issues all week. Он админ походу. I get to see where you work. Какая крутая анимация. Actually, I was thinking more along the lines of a babysitter. But mommy said we were gonna hang out today. I know. See, I love you, and I would take you, but you might be a bit high energy for the office. Она съела рыбу. Dave Jr. Был пацан и нет пацана. Пресс F, пишем F в комментарии в честь рыбки. Джуниор младший, мы себя помним. Well, mommy's the queen of hell, darling. Trust me, the IT department is going to be nearly that cool. It's cool to me. Это круто для меня. Oh, Lord, please help me. All right, let's go. Помоги мне. Вот это каламбуры. Awesome. Это, наверное, было больно еще ко всему прочему. Oh, God, what am I going to do? I have no idea if Tina can control her powers. If I take my eye off her for one second... She's gonna open a portal or set someone on fire! Wait, what am I saying? She's not a dragon, Dave. Pull yourself together. Daddy, Daddy! I've been practicing my fire breathing skills. Wanna see? Ah! Satina, no!
О, теперь у меня прокачанная машина. Это так Tina, модно. Стильно будет. У меня такой вопрос. Как они там занимались всякими интересными делами с тем драку? Интересные у нее вкусы. А у нее тоже довольно интересный вкус для своих размеров. No portals, no curses, or anything in that realm, or any other realm. Okay. Бедная машина. О. Блин, очень прикольная анимация. Мне нравится, как нарисовано. Well, here it is. Добро пожаловать. Generic Technology. Окей. This is where you work? This is so cool! I know you're just saying that because everything impresses you. И все с детьми. А, день отцовства же, да. Все с детьми. What's everyone doing? They're answering phones, sweetie. Whenever people have computer problems, they call us and we fix them. It's kind of like therapy, but with computers. And a lack of emotional fulfillment. Huh. Sure, a lot of people staring at us, huh? Yes, а почему? А вот это радуга. Oh God, Satina, you're naked. What's a naked? Dude, I think Dave brought his dog. Думаю, Дэйв привел свою собаку на работу. Мне кажется, проблема не в том, что она была без одежды. Вот это он бежит. Опасный парень. Well, that could look worse. Now, let's go back there before... David! Late, disheveled, and living out casual Friday. On a Tuesday, I see. А в чем работа, когда я могу бухать на 3 утра? Это отличная футболка на работе особенно. Блин, меня опять... Че за кресло? Оно выдирает у меня вечно провода. Серьезная проблема Америки. Where is your non-ironic dress code approved work shirt, might I ask? Oh, who's this? Oh, this is my daughter's, Tina. Tina, that's her full name. My flesh and blood. I love flesh and blood. Я люблю плоть и кровь. Have you tried putting sunscreen on your child? Oh, well, in any case, congrats on the kid. I always pegged you as the most likely in the office to die alone, but hey. Как это мило. What do I know? В лучшем мире начальник. Now, get back to work. Dave, my man. I totally agree with that shirt, bro. Beer for the win! Чувак шарит, чувак шарит. Can I have my shirt back, Tina? Да не, нормально выглядит. All right. О, северная. We're gonna hang out in this cool room where it's dark and nobody can judge. I mean, bother us. That'll be nice, huh? What about that guy? Oh, that's just Melvin. Этому парню, мне кажется, ты бы даже понравилась. Видите, он всяких некотян смотрит. Sleep? He doesn't count. What are all these little buildings? Do little people live in them? Not quite. They're called servers. This particular architecture is called the client-server model. And a single overall computation is distributed across multiple processes or devices. The servers can provide very... Ей очень интересно, прям супер интересно. Что такое серверы, клиенты, сложно. Нет, не надо, не надо, не вздумай. Это фиаско. Фу. Это максимальная фиаско. Братишка. Тут есть небольшая проблема. Jesus, everything's on fire!
Satina! What in the world did you do? Dad, it was an accident, I swear! How do you go? Accidentally set something on fire! I'm not good at fire breathing yet! Правильно. Да, представляете, сколько денег стоят эти сервера, которых больше нет. I am so screwed. Maybe I can help? Oh, no. Do not do anything. I knew I shouldn't have brought you here. What was I thinking? This was a one-way ticket to getting fired from the start. Опа-на, что он нашел? Что это? My apartment. I can't go back to staying in the motel. I'm gonna have to live in hell and never see the light of day ever again. Or maybe I could just stay with Lucia instead of my parents' house. Он про Люцию сразу. Хорошая шутка. Капец, вот это у него сон глубокий. This is Dave. I don't know what the AT double hockey stick you did, but you better get up to my office this second. Of course, sir. Ох ты, блин, сейчас будет прочухан. Этот взгляд. Ну он такой мил. What is with this music? This sounds like the music they play in purgatory. Это мы играем в чистилище. What's going on? Is this a prank? David! David, my boy. Congratulations. Chill. Didn't know we had a technical genius on our hands. May I have your attention, everyone? Dave here has rerouted all of our power to a single modem and has our servers running twice as fast. Thanks to him, sure. Server crashes will be a thing of the past. You're a hero, Dave. Что он сделал? What? I'm not a hero. He's so modest. Listen, David. Why don't you take the rest of the day off? Come on. You've already done enough work around here. And I know all you want to spend the day with that cute little daughter of yours. Sir, I really don't think... Бубаки просто грустные. That sounds great. Thank you, sir. Только потом на мороженое есть. Ей точно не сильно холодно. У нее, ну, может, такая... И все. И потаяло. You didn't have anything to do with what happened back there, did you? Yep. It was an easy fix. I just used the one that wasn't all burned up. That was you? So you were listening. That's... That's so amazing. I'm so proud of you. Это так миленько. I had so much fun at your work. Do you think I could work there one day? Well, I guess we'll have to wait and see. But what exactly did you do to the server to make it run so well? Necromancy? I've been practicing. Okay. Спи, братан, лучше усни. Лучше никогда не просыпайся. Забудь, что ты умеешь просыпаться. Классно. А то все работает классно. А то все работает хорошо. Качественно. Блин, очень круто нарисовано. Мне очень нравится анимация. Анимация шикарная. Так у меня это очень недооцененный мультфильм, за что нарисует пентаграмму. Очень недооцененный мультфильм. Там всего лишь 5 миллионов просмотров. Он вышел 18 апреля 2020 года. То есть, ну сколько ему? Получается, полтора месяца этому мультфильму. Почти скоро уже будет 2. Ну, я считаю, что тут заслуженно больше просмотров. Очень круто, очень отлично нарисовано. Прикольный юмор. Годно. Я жду в следующей серии не с нетерпением, а огромным нетерпением. Это очень круто и очень годно. Я не знаю, что еще сказать. Ссылка есть на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь, смотрите. Также есть, забывайте, что есть русские субтитры, что очень круто. Что постарались ребята для нас, чтобы были русские субтитры. Ну, на этом что я хочу сказать.
подписывайтесь еще на мой канал. Если вам понравилась реакция моя, или вам нравится кем-то смотреть какие-то видосы, можете также подписаться на меня, поставить лайк и написать какой-то классный комментарий. Мне было бы очень приятно. Ну и колокольчик нажимайте, если не хотите пропускать мои видосы. Небось, с колокольчиком YouTube начинает работать, ну, хотя бы более-менее нормально. И это очень помогает моему каналу. Ну вот. Все, ребята, до скорых встреч. Всем удачки. Я вас люблю. Пока.